Опасные микробы. Ученые рассказали, убивает мыло бактерии или нет. Посмотрим. С детства нас учат чаще мыть руки, чтобы избежать болезней. Но если оно смывает бактерии, могут ли опасные микроорганизмы оставаться на самом мыле? Ответ дали ученые. Стоит уточнить, что мыло не уничтожает бактерии на руках, а заставляет их буквально соскальзывать с кожи. Во время этого процесса на куске действительно могут скапливаться различные микроорганизмы. Однако ученые успокаивают, заразиться от грязного куска мыла нельзя. Доказано это было еще в 1988 году. Тогда в качестве эксперимента нанесли на кусок мыла кишечную и синегнойную палочки, а затем попросили добровольцев помыть посуду с помощью зараженного средства. Ни в одном случае не было зафиксировано наличие опасных бактерий, перешедших с мыла на руки добровольцев. Однако самостоятельно очиститься от бактерий моющее средство не сможет. Смыть их нужно самостоятельно, и сделать это просто. Достаточно лишь ополоснуть кусок мыла водой, чтобы зараженная пленка слезла под напором воды. Существует и антибактериальное мыло, которое благодаря своему составу якобы может уничтожать бактерии. Но по оценкам ученых, такое средство справляется со своей задачей не лучше обычного. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!